От любительского пения до профессионального всего полшага, оказывается. Потому что все, что происходит на сцене в рамках чемпионата Харькова по живому караоке в Бирхолле «Пробка», это очень профессионально. И аматором является только солист. Потому что в качестве солиста выступают участники отборочных туров, а также финалов месяца, а также финалов сезона. Это участники чемпионата Харькова по живому караоке, которые нацелились на финал сезона. Сегодня здесь последний финал сезона. Следующим нашим итоговым выпуском в рамках нашего телемедиапроекта будет уже финал года, когда победитель выиграет путевку в Чехию на двоих. Напоминаем, что живое караоке отличается от просто караоке тем, что участник выступает вместе с профессиональной группой, и все профессионально, кроме него самого. Впрочем, некоторые участники нашего проекта уже заявили о себе как профессиональные артисты без пяти минут. Этот формат родился в пробке. Друзья, сегодня уникальный день. Сегодня вот то самое время, когда раз в три месяца здесь собираются лучшие за эти три месяца, за сезон. И сегодня финалисты сезона будут бороться за выход в финал года первого чемпионата Харькова по живому караоке. Главный трофей живого караоке – это путевка в Чехию на двоих. У нас есть дебютанты в судейской коллегии. Это уже третий финал сезона. Дебютант, друзья, можно начинать аплодировать. Лидер группы DreamWest, арт-директор ресторана «Пробка» Олег Олешко. Аплодисменты. Следующий дебютант, друзья, шеф-редактор медиагруппы «Дозор» Ростислав Косяненко. Аплодисменты. Сегодня по праву, друзья, в жюри находится собственник ресторана «Пробка», человек, который поддерживает чемпионат Харькова по живому караоке и делает все для того, чтобы каждый гость здесь получал невероятное удовольствие от отдыха. Александра Руть. Аплодисменты. Мы всем участникам желаем сегодня удачи, а оставляем на этой сцене Игоря. На мой взгляд, пели. Как вы считаете, жюри по достоинству оценило ваш вокал? Я думаю, более чем. Зато вы твердый хорошист, все четверки, это замечательно. Но, конечно, есть к чему еще стремиться. Конечно. Да, есть, и буду стремиться, да. Мариам, правильно? Боже, я запоминаю участников. Я хотел вас сразу туда. Мариам, какая песня у вас будет? Хор один Молдова. Я знаю, что Молдавия — это не Балкан, я знаю, но турецкое влияние, вот это все, это субкультура, это да. Но не пять все равно. Вот просто не пять и все, а не потому, что это плохо. Пока это лучшее, что было сегодня, да. У меня просто нет слов. Просто нет. Потому что вот я считаю, что Олег нам должен ответить. Вот ответит. Мы его сейчас встретим после эфира вот там вот за углом пробки, и он нам ответит. Я вам обещаю. Вы тоже так считаете? Ну, я думаю, для стимула такую оценку поставили в следующий раз, чтобы, не знаю, вроде зажгла. Анна Алипир, дамы и господа, аплодисменты ей. Прямо сейчас Анна споет песню из репертуара Тины Кароль. Не дождь и не снег, николи б я піти не сміг. Не дождь і не сніг. 4, 4, 5, 4, Олег. 5. В шоке. А я тоже была в шоке. Я вообще надеялась на лучший результат. Вообще 20. А я вам сидела наделать. Блин, вообще, ну просто. Что я сделала не так? Вот как? Как так можно? Ну это, понимаешь, пойти бахнуть, и мы разберем, что ты сделала не так. Анна Шевченко. Где аплодисменты, Аня? Друзья, Аня, вот давай это ты скажешь, какую песню ты поешь сегодня?
«Мама, я Любера люблю» группы ДДТ. Мама, 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 я Любера люблю. Анечка, да. Ну просто я в восторге. Мне так понравилось, это было так круто, особенно танцы. Бомба. Вот, чтобы башни совсем снесло, вам не хватило кое-чего. Как рок-н-ролльщики любят делать. Как? Головой потрясти. Вот это вот, наверное. Вот давайте, наверное. Может, сейчас сделаем и покажем им, и они поставят 5. О! Не, нормально, потрухань, потрухань! О! Какую песню вы споете, Леночка? Я спою песню «Рожден Ануси», «Знаешь». «Рожден Ануси»? «Знаешь». «Знаешь». Душа рваная за тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. 4, 4, 4, 5, 4. Покажи, как надавить на судей, чтобы они сказали: да, да, ты проходишь. Я не знаю, как надавить, но мне кажется, в караоке это должен быть такой вот образ, такой вот собирательный, то есть вокал. Ты сегодня собирательный образ себе взяла? Нет, я сегодня плохо спела. Ты собралась и разобралась? Да, я посмотрела на Олега Орлова, и он такой: нет, и я сразу расстроилась и спела плохо. Внимание на сцену, потому что именно там замечательный парень, который вышел в финал сезона благодаря своему творчеству, своей харизме на сцене. Дмитрий Водолажский, аплодисменты. Поддержите Диму. Дима и группа Dream West. Поехали! На самом деле чуть-чуть не попадал в ноты. Это серьезно. Тогда второй комментарий. Брат, это караоке. Он еще переживал наверняка, поэтому, правильно? Ну. Дим, ты переживал? Ну, конечно. Ну. Немножко. Голос дрожал чуть-чуть. Ну, Олег, мы поняли вас. Ну, троечка, вашу... ну что? Ну, ну троечка, хотя, это не хотя, двоечка. Ну, он же не профессионал. Подумаешь, там в ноты не попадал. Ну, разве это важно? Зато Дима нам всем доказал, что в пробке нет фонограммы. Все вживую. Правильно, Дим? Правильно, конечно. Ты старался? Да, я старался. Ну, бывает, не попадали в ноты. Танечка, я желаю тебе удачи. Порви кофту. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответит, что ждет впереди. Я знаю, что Таня умеет лучше. Так мне сейчас уже стало интереснее. Мне немножечко не хватило эмоций. Танечка, я думаю, что сейчас всем интересно, что такое вы делали с Олегом, что он знает, что вы можете лучше. Это была слишком длинная история, когда я абсолютно... Когда с мужчиной слишком длинная история, это хорошо. Олег молодец. Давай поддержим. Юлия Григорьева. Поехали. Пять. Разбудите парня слева. Человек, посмотрите, подготовилась. Обратите внимание. Специально для того, чтобы выступить в пробке, набила татуху, чтобы вот образ был. И не только здесь, а мужики, обратите внимание. И победителем сегодняшнего финала сезона для меня это неожиданно было, но это круто. Я, честно, не ожидал, но я рад за тебя. Анна Шевченко, победитель финала сезона. Ну ты понимаешь вообще, что я тебе помогла? Nice. Конечно, чем? Ну рассказывай, я же тебе сказала, что надо головой потрусить. Давай, труси, говори спасибо. Труси. Спасибо. We'll be right back.
Вы смотрели финал сезона в рамках шоу-медиапроекта «Чемпионат Харькова по живому караоке» из бирхолла «Пробка». Каждый месяц вы смотрите очередной выпуск нашего проекта, и совсем скоро финал года.